Международная команда, организованная российским концерном «Крост», строит уникальный жилой комплекс в Красногорске. Архитектурный ансамбль «Арт», на фасады которого отразилось пламя олимпийского огня, войдет в книгу рекордов Гиннесса и в список самых выдающихся объектов мира. Самое большое в мире рукотворное произведение искусства. Над уникальными фасадами работает художник-авангардист Марио Орлати, а над планировкой известный итальянский архитектор Данте Бенини. Строительный концерн «Крост» презентовал свой международный архитектурный проект в Милане. Жилой комплекс «Арт» — это уникальный проект. Его территория свободна от автомобилей. И вместо традиционной для московских дворов парковки здесь расположены элементы инфраструктуры. А все машины в большом подземном гараже, над которым раскинулся круглогодичный ледовый каток. И самое главное достоинство, помимо архитектуры великих мастеров в этом проекте, в том, что территория в 10 гектар была сперва освобождена от машин, и потом, следующим шагом, она отдана людям. Занятия спортом, теннисом, волейболом, баскетболом, искусственный лед, который позволит почти круглогодично детям в секциях заниматься и расти –